Большинство из нас ежедневно сталкивается с работниками Сбербанка. Мы переводим и получаем денежные средства, оформляем кредиты и вклады, платим за коммунальные услуги. Аминат Шхалмижева – работник Сбербанка и отличается она особым терпением, ведь работает она в отделе по работе с проблемами-должниками. Сегодня в нашем сюжете речь пойдет именно о ней, которая не жалеет ни сил, ни времени на любимую работу. Хочу сказать, что в Сбербанке я работаю с 90-го года. Свою трудовую деятельность я начала в Карачаево-Черкесии, была инспектором по кредитованию. Потом в связи с замужеством переехала в Республику Адыгея. Здесь начала тоже свой путь в Сбербанке в 2009 году в розничном блоке. Вот, то есть была контролером-кассиром. Потом в 2010 была переведена в корпоративный блок, где работала специалистом по обслуживанию юридических лиц. В 2015 году перевели меня в отдел по работе с проблемной задолженностью, в адыгейское отделение. Это, то есть наше управление находится в Майкопе. Но в связи с семейными обстоятельствами и в связи с тем, что должники наши находятся очень далеко, ну, решили по территориальности здесь сделать неудаленный канал. Работаю с должниками сейчас, те, которые взяли кредиты в Сбербанке, у которых были затруднения в жизни, кто-то попал под сокращение, кто-то поменял место работы. И вот эти должники, которые находятся в судебно-исполнительном производстве, вот обслуживаю я. Что самое трудное в вашей работе? Ну, самое трудное в моей работе – это найти общий язык с клиентами. То есть объяснить им, донести до них ту информацию, что вот эти кредиты, которые были взяты ими, что все равно, ну, через какое-то время нужно их погашать. Тем более мы передаем исполнительные документы судебными приставами, а судебные приставы выезжают по месту жительства должника, регистрации, где осуществляют арест имущества. О специфике самой работы Аминат Шхалмижева говорит следующее. Ко дню 170-летия Сбербанка я была награждена почетной грамотой, когда работала в корпоративном блоке, где был у меня руководитель Швецова Алла. Планы в дальнейшем также продолжать свою деятельность в Сбербанке. Поощрение у меня тоже есть, благодарность вот получила недавно грамоту на день своего рождения и в связи с праздником День Сбербанка 12 ноября. В заключение Аминат поздравила всех банковских работников с прошедшим праздником и наступающим Новым годом. Молодым сотрудникам Сбербанка я хотела пожелать прежде всего терпения. Вот. И хочу сказать, что Сбербанк – это очень хорошая школа. Здесь очень много хорошему учат, здесь можно развивать свой карьерный рост, чтобы свои цели они достигали, потому что здесь очень хорошо продвигаться и очень хорошо учиться всему. В преддверии Нового года хочу пожелать всем, самое главное, крепкого здоровья, мирного неба над головой. Также хочу отдельно поздравить своих коллег, заместителя управляющего адыгейским отделением Тхапшокова Нурбея Шенгириевича, ну и весь свой отдел.